Ад и рай. Всегда два этих слова перемежаются у нас в прыгучем лексиконе. Их тайный смысл едва ли кто-то ловит. Что есть за суесловием, едва ли это помним. Про ад и адские условия в работе. Со злом межточенных, прожорливых зубов. Кричим, дотягиваясь руганью к субботе. На горизонте рай замученных рабов. В аду нет капли влаги языкам, и свет туда не вхож и недоступен. Прохладу там богач весьма искал, но избавитель никакой туда не вступит. В аду нет места быть совсем прощенным, бездейственным считают покаяние. Там царство тьмы и властвует там черный, воистину там царство окаянных. И потому сравнения с адом нет на сей земле, где реки пресноводные, где в душах, в храмах с неба льется свет, в любой момент к раскаянию мы годны. Но рай и ад в духовном разумении, в душе у праведных и грешных мертвецов, кто с верой совершает крестное знамение, глубина ада тот из рая потрясет. В рай рад бы грешный, а от грехов подножка. Обещан рай, утерянный когда-то, не видел рая глаз, взглянуть хотя б немножко. Был как в раю, мычит под стол поддатый. Владимир князь, нам веру избирая, послушный слуг вернувшихся послушал. Мы были вне себя, коснулись будто рая, рассказом потрясающим поставили на уши. Рай только там, где царствует Христос, без праведности, радости и мира. Рая нет. В рай призываем, в ад забрасываем трос. Кто Иисуса примет, там точно райский свет. 20 августа 2010 года.